свою страну, есть такая легенда. Когда, значит, Бог раздавал земли, грек спал. Ну, греки, они немножко ленивые, поэтому они любят спать. И грек раздал, Бог раздал всю землю, грек просыпается и говорит: «Боженька, ну а мне, куда ты меня заселишь?» Он говорит: «Ты знаешь, я все земли раздал». Он говорит: «Ну как, а я где буду?» Он говорит: «Ладно, забирай Грецию, для себя, говорит, это сама берег». Поэтому Греция – Божий уголок. Поэтому никому не сдается, да, Акрополь? Никому не сдается, да, абсолютно. Я тоже сегодня в объявлениях не заметил, что Акрополь сдается. Нет. Острова хотят наши купить еще. Так, мы пришли. Арапаки 96. Арапаки 96. Это получается раз, туда метро идет, да, и вот сюда, да, вот подход. А вот здесь центральная улица параллельная. А здесь у нас кошек продают. Что продают? Кошек. Кошек? Зоомагазин. Дверь надо тихонько закрывать. Угу. Не знаю. Ну ничего. Хорошо для... Для мышц. Для здоровья, да. Для мышц. Да. Как всегда, с утра. Большой мышц. Так, друзья, выключаемся, похоже на связь. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.